Стенд, на котором можно оставить книгу для семей из города Снежное, сразу привлек интерес преподавателей и студентов. Каждый хочет внести свою лепту. Кто-то принес любимое произведение, другие – целую стопку книг, от художественной литературы до научно-популярной. Книгу Твардовского «Василий Теркин». Просто хорошая книга. Приятно сделать что-то хорошее, особенно для людей, проживающих на Донбассе, которые сейчас живут в достаточно сложной жизненной ситуации. Я принесла Лермонтова, конечно же, вот, принесла русские сказки и принесла книгу по, ну, там, современных писателей, потому что я считаю, что это тоже правильно, современная литература очень хороша. Вот, и принесла еще одну книгу по исследованию ментальности, даже, то есть четыре книги. Ну, в первую очередь Михаил Юрьевич, конечно. Поэзия наша, она, я думаю, рулит. В Международный день книгодарения областные органы ЗАГС совместно с экономическим университетом запустили акцию «Книга с любовью». Желающие могут оставить любую художественную или научную литературу на стенде одного из отделений ЗАГСа или в фойе экономического университета. Книги отправят в Снежное. Акция продлится до 14 апреля. Сегодня, наверное, очень сложно выбрать время, выделить ресурсы и вообще в тех условиях найти русскую классическую литературу. И «Самарское сердце» всегда готово поделиться всем, чем мы как бы обладаем. Также в этот день на базе экономического университета сотрудники ЗАГСа запустили курс интерактивных лекций «Государство для молодой семьи». Рассказывают о тех нововведениях, о тех моментах, чем живет сегодня ЗАГС, о современном цифровом и клиентоориентированном государственном органе, который оказывает государственные услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния. В частности, студентам рассказали о различных льготах, о процедуре заключения брака от подачи заявления до церемонии, о правильном использовании портала госуслуг. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.